Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. На ваших экранах вы сейчас видите уникальную методику, самую мною любимую методику, самую мощную методику. Это автомат Калашникова, убойное оружие в мире патопсихологии. Самое интересное заключается в том, что эта методика детская. Речь идет у нас цикл детских методик, и вы на своих экранах видите 25 карточек. Самое интересное то, что во взрослой методике применяются те же самые карточки. Во взрослой методике, вот в этом автомате Калашникова для взрослых людей, всего 70 карточек. Карточки для детского варианта, она в единственном экземпляре, их всего 25. И они специальным образом подобраны из общего набора взрослых карточек. То есть у взрослых их 70, у детей их 25. Но специалисты в 50-х годах прошлого века подобрали и выделили для детишек от 6 лет. Методика применяется для детей от 6 лет. Выбрали 25 карточек взрослого варианта и сказали, протестировали, адаптировали, валидизировали тип 25 карточек. Вот именно этих карточек, не других каких-то из взрослого варианта, а вот именно эти, которые вы сейчас видите на экране своего монитора. И сказали, что вот этими карточками мы будем отслеживать и выявлять нарушения патологии мышления для детей от 6 лет. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!